Всем здорово, всем привет. Ну что ж, значит, хотел вам показать, как разные приборы скачивают по-разному. То есть, например, закрою сейчас окно, чтобы не мешало шумом, то компрессор загудел в самый неподходящий момент. Скачал сначала прошивку на столе, используя FC200. Не путайте, пожалуйста, только с KT200. И сейчас вычитываем уже на машинке, используя кис-кисыча, да, киску. Процесс считывания идет. Пока идет процесс считывания, на всякий случай вам напомню, что можем вам дистанционно оказать абсолютно огромное количество услуг по программированию блоков, по отключению мобилайзера, по привязке ключей, по пину, по чип-тюнингу, короче, евро-2 забабахать. Причем не забывайте, что ЦВН номер можем поменять вам в машинке, сделать оригинальный, чтобы, ну, в общем-то, никто не докобелился или не доколебался, правильнее сказать. Ну и курсы проводим, на которых можно научиться, как работать с иммобилайзерами на профессиональном уровне, и вскрывать автомобили, и отключать иммобилайзеры, и все остальное. Что ж, будем ждать процесса завершение чтения, а потом сравним то, что нам вычитала FC-шка и кис-кисыч наш. Ну что ж, процесс считывания заканчивается, а я вам пока расскажу, что полезли вообще в эту машину. Прошивку, со слов хозяина, заказывали у одного известного интернетовского писателя прошивок на Ютубе известного. Но не я заказывал, поэтому имя называть не буду. Вот, ну, может быть, хозяин что-то путает, может, еще что. Но, как бы, вот, со слов хозяина такая картина произошла. Что ж, и машина срет, пердит, хер пойми, как после этого едет. Поэтому решили скачать прошивку, сравнить со стоком. Ну и посмотреть, что вообще такое с ней. Залить, конечно, нормальную, ровную, и будет все ясно. Итак, вот она уже считалась. Назову файл кес, подчеркивание флеш. И давайте после этого перейдем. Так, зажигание выключаем. Просит, система. Говорим окей, обей. И после этого давайте займемся сравнением. Вот кесовский флеш, который мы вычитали. А вот ПЦМовский. Ой, FC200. Нажимаем сравнить файлы. И что мы видим? Ну вот, кесовский видим в начале пустой. А здесь слева тот, который был вытащен, FC200. То есть, грубо говоря, нормальная, то есть исполнительная область слева, а справа только карты. И посмотрим ниже. Вот. Вот то, что справа вытянуло кусочек наша кеса. Как видим, прошивка не полностью. Какой огромный плюс, кстати, вот этого самого FC200, видите, он full выдернул без разбора блока. А теперь давайте кес-флэш сравним с Цирока этим оригинальным дампом. И посмотрим, что там наколхожено в нем. Ну вот, как бы начало уже пошло. О, затерто в нули, затерто в F-ки. Дальше опять нули F-ки. Опять то же самое. Чудеса, опять в нули затерта куча всего. F-ки вместо нулей поставили. Можно Винолс, конечно, открыть, разобрать более детально. Но вот это реально залита полная помойка. Что ж, давайте зальем тогда с отключенным катализатором, ну тоже я уже сам сделал ее, это вот этот Сурока off файл,
И давайте посмотрим, что будет с машинкой тогда. Так, запись, Scirocco off, open. Процесс пошел. Подготовка к процессу, точнее говоря. Обязательно, кстати, когда пользуетесь кис-кисычем, записью, чтением, то очень обязательно используйте такую вещь, как включение-выключение, когда просит. Ну и видим, что здесь у нас практически все то же самое, что она и просит. Хардвер совпадает, софтвер совпадает, той, что залитой прошивки. Ну, видим 27.18, софтвер, та же версия. То есть, ну, полностью все то же самое. Видим, насколько заколхозили человеку прошивку. Так, включаем зажигание. Окей. Коммуницируется. Выключить, говорит, зажигание. Окей. Окей. Включить зажигание. Начало мигать здесь лампочки нам по-всякому. О, вычитала иденты. Говорим окей. Окей. Выключить зажигание. Обязательно всегда включайте, выключайте, когда он просит. И опять говорит включите. Окей. Процесс коммуникации пошел. Выключить. Окей. Идет подготовочка тоже. Включить опять. Продолжает связываться. Обязательно всегда включайте, выключайте, когда оно этого просит. Соединяется он, лампочками мигает, светодиодиками по-всякому. Ну и пошел процесс записи. Сейчас зальем ровную прошивку. Там я винулся, потом смотрел, сравнивал эти дампы. Там затерто, блядь, 27 ошибок. Представляете, нахера вот этот колхозинг? Пердеж какой-то сделали. Черт пойми. Машина на низах еле рыпается. Провал конкретно на низах. Дальше потом тоже едет, стоит, стреляет. Попкорн не переставая. Короче, дичь. Ну что ж, заливается прошивка. Не буду вас морозить, задерживать. Продолжим, когда зальется. Ну и давайте заведем эту машинку после прошивки. Включаем зажигание. Вот она у нас и завелась. Работает неровно. Сейчас будем разбираться, что с ней такое. Потому что залили, в общем-то, сток только с отключенным катализатором. Ну, прошивку залил. Окей. Даже заработало, даже радует. Чеков? Нету. Я катализатора отрубил. Ну что ж, в общем-то, все решилось абсолютно нормально, без переделок. Машинка постояла, потарахтела. А прошлой прошивкой блока, в общем-то, закидала конкретно свечи. А вот, свечки нормально поработала, даже не надо было их снимать. Минут, может, 10-15, заработала чисто ровно. А подписываемся на канал, лайкосы, комментосы. А всем до скорых встреч. Пока-пока. Не забывайте, что мы курсы проводим по работе с иммобилайзерами.